Председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаил Хаджибердиев принял участие в голосовании по поправкам к Конституции России. Не так давно Исмаил Хаджи вылечился от коронавируса и пока восстанавливает силы. В связи с этим он воспользовался правом проголосовать дома. С муфтием Карачаев-Черкесии пообщался и Алихан Лепшоков. Раньше я в первой половине дня успевал поехать на свой участок и проголосовать, а вот сегодня решил воспользоваться правом проголосовать дома, рассказывает председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаил Хаджибердиев. Представители избиркома посетили муфтия Карачаева-Черкесии рано утром и вручили бюллетень для голосования. Каждый верующий мусульманин, как гражданин своей страны, должен принимать участие в ее судьбе. И каждый из нас должен относиться к этому ответственно, подчеркнул Исмаил Хаджи. Я мог бы, ссылаясь на то, что я болею, не мог пойти на участок, мог бы оставить это голосование, но этого не смог сделать, поэтому пригласил. У меня один голос, и этот голос я хочу, чтобы он тоже был за то, чтобы наше государство было мощное, и чтобы я гордился этим государством. В нашей беседе муфтий Исмаил Хаджибердиев рассказал о том, как проходил лечение от коронавируса в Москве. Этот вирус очень коварен. Любая болезнь или неприятность является испытанием для верующего, который мы должны проходить с верой и терпением, отметил Исмаил Хаджи. Он пожелал всем здоровья и благополучия. Огромное спасибо медицинским работникам. Это очень сильный труд у них, очень сильная нагрузка у них. И поэтому они сделали все то, что возможно и невозможно. И вернули меня к жизни. Наверное, не доделал я еще здесь кое-что. Ну вот надо это все доделать. В первую очередь это перед Всевышним. Мы должны благодарить Всевышнего и уже делать то, что ниспослано нам в Коране. Сегодня Исмаил Хаджибердиев постепенно восстанавливает силы и в скором времени пройдет курс реабилитации. Муфтий республики отмечает, что каждый из нас должен относиться к своему здоровью с особым вниманием и ответственностью, особенно в период пандемии. Алихан Лепшоков, Рашид Токов, Вести, Карачаево-Черкесия, Кисловодск.